всем привет! Как я вам и обещал, мы снова находимся в магазине Чаадаш Кундура, вернее, магазин за моей спиной. А я вам хочу еще раз показать, как в него легко можно добраться. Если вы живете в Арсаларе, в Канаклы, в Махмутларе, ну, в Махмутларе там один автобус приезжает немножко выше, вам надо именно на автостанцию Джума Базары спрашивать. Арсала Каргиджак, что еще я пропустил? Короче, вот все вот эти вот направления, вот автостанция, вот вы видите, стоят автобусы, вы приезжаете прямо сюда, находите мечеть, ориентиру вас справа. Я показываю, потому что в тот раз здесь был рынок, много было людей, и вы могли не сориентироваться, кто не сориентировался. Вот мечеть, вот я сейчас поворачиваюсь спиной к автостанции, и прямо впереди вот оно, наш магазин. Всем привет, друзья! Вы видите перед собой Алибаба. Привет! Привет! Здравствуйте! И, как я и обещал, мы пришли снова в магазин Чаадаш Кундура. И сейчас мы снова посмотрим обувь. Алибаба нам покажет, возможно, какие-то новые модели, что-то новое расскажет. Итак. Вот эти очень полностью натурально вложены. Легкая подошва. Какой возраст обычно такое предпочитает? Для молодежи это или для всех возрастов? Для всех возрастов. Для всех, да? Нам Наталья тоже у нас сегодня, Алибаба, что по-русски не понимает. Наталья будет нам помогать немножко. Да, такие легенькие, удобные. Какая цена у них? Нормальный доллар 69 доллар. Лира 415 лира. Вот, как раз можете... Может, чуть-чуть скидки. Потом, скидки будут, говорите, что от меня, хорошо, и будут вам скидочки. Новый первизит. Вот это цвет, другой синий, пудра. Разные цвета есть, да? Вот комплект хорошего качества. Вот это новый первизит. Красный, черный, бежевый. Потом... Вот вариант. Легкий, удобный, мягкий. Угу. Каблук маленький. Ой, большой. Легенький вообще такой, смотришь, кажется, большой каблук такой. Они совсем легкие. Цвета в ассортименте. Тут вчера комментарий написал кто-то, что вся обувь, которую вы показывали, на квадратной. Квадратная подошва, типа не люблю квадратную подошву. Вот скажите, есть у вас какие-то подошвы другие? Давайте ответим этой девушке, написавшей. Есть, да, есть шпилька и... Есть. И еще сплошная, да, или как называется, тоже есть, да? То есть не только квадратная, вам тут подберут, в принципе, все, что вам будет удобно для вашей ноги. Приходите. Вот такая вот. Угу. Вот эти новые привезли, другой цвет, красный, пудра, вот эти белые, бахер, эти... Сколько лучше. Цена? 100? 100 чем-то? 110 лира. 110 лир. 110 лира, да. Вот этот каблук 119 лира. Вот этот цвет много есть. Это мы находимся на первом этаже. Напоминаю, на первом этаже у нас женская обувь. И есть второй этаж, на котором обувь будет мужская. Это женский тоже, да? Женский, да. Такой. Размер 36-42 размер. Коричневые, черные. Да, и спрашивают, часто спрашивают, размеры маленькие и размеры большие. Есть и маленькие, и большие, да? А маленькие, начиная с какого? 34-35 и до 41, да? 41-42. Есть. Если даже какая-то модель вам понравилась, не будет размера, который вам нужен, вы оставляете заявочку, да, и в течение буквально 2-3 дня, и обувь к вам приедет нужного размера. Так что без проблем это все. Сейчас модно тапочки. Ух ты, какие. Вот эти новые первизит. Тапочки такие модные, прям вообще. Вообще, да. Язык не поворачивается тапочками назвать. Такие яркие, красивые. Удобные. Зайдем. Удобные. Качество. Какая цена? 129 лир. Оплачивать, напоминаю, вы можете здесь... Вот эти новые провизит, каблук чуть-чуть, очень удобный, мягкий. Полностью натуральная кожа. Оплачивать можете в евро, в долларах, в лирах, картой тоже, да? Да, да. Только биткоин. Даже рублями, да. Только биткоин нету, да.
Новый перевезет сандали. Ну, тоже такие прям. Какая у них цена? Черный. 120 евро. Да. Это такие прям свадебный вариант такой, да, вообще с такие еще. Ага, вообще супер сделано, конечно. Новый перевезет сандали. Удобный, мягкий. Эль рушно. Синие. Черный. Оп. Вот эти. Цвет синий, легкий, удобный. Тоже легкий, вот кажется большая подошва, а легкие совершенно вообще. Ручно, из Стамбула на фабрике. Очень все делает хорошо. Фабрика, из Стамбула, все вот очень качественно. Есть, каблук, не каблук есть. Эти. Тоже легенькие. Белые, черные. Вот эти варианты новые. Вообще, прям пушинка просто. Напоминаю, друзья, чем здесь привлекательный этот магазин, что цены здесь уже у них есть. То есть они не будут вам завышать, а наоборот будут делать скидки даже. Угу. Такие цена какая? 139 лир. 139 лир. Турса мадени. Зайдем здесь. Мадени турса. Здесь. Замша или кожа, не кожа. И замша, и кожа есть. Как? Другой свет много есть. А наверху там есть что еще? Наверху мужской. Мужской. Женские кроссовки есть. Вообще классные. Такой удобненький, легенький. Такой сколько? 225 лир. Классный. Синий, черный, белый. Свет есть. Вот тут. Угу. Сейчас модно вот эти свет удобный мягкий трикотаж. Вот эти. Дышащие такие. Удобные. Удобные, легенькие. Не жарко мне. Вот какая цена? 119. Угу. Тут такая вот турецкая тоже кожа, фирма Мада Арена. Цена? Цена на них 249 лир. Тоже полностью все внутри, но уже все кожа. Вот написано Мада. Атар, бидай шей ана. Биз урюнлерimiz там Türkiye'de üretilen ürünler. Здесь мой магазин обувь. Тапочки, сандали, и здесь Стамбул на фабрике. Другой, китайский обувь, мой магазин нету. Только турецкая, только все со Стамбулом только работают напрямую, поэтому и цены Стамбул как бы выгодные, потому что напрямую все получают у производителя. Китая нет. Китая нет. А вообще бывает, да, на рынках? Ну да. Говорят, что на рынке уже и Вьетнам вроде, да? Да. Вьетнам да. В Турции попадается. Сейчас пойдем в мужскую на второй этаж. Посмотрим, что у нас нового в мужских моделька. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами. И вот мы пришли на второй этаж. На втором этаже у нас мужская обувь. Смотрим, что у нас новенького. Мягкий, удобный. Макасан комплект. Цвета кожа. Разные есть тоже, да? Черный, коричневый. Черно-коричневый. Интересный цвет. Делик создался на Наталон. Дырочками без дырочек. Вот такие вот эти с дырочками. Цена какая средняя у них? 169 лир, 189 лир, разница, фирма разница, потому что классик вариант вот есть, мягкий, удобный, полностью натуральная кожа, 249 лир, 289 лир, бабушка, дедушка. Дедушка. А я не только бабушка, дедушка, а я сам могу по себе сказать, я вот эти вот носки, сколько они уже лет, чуть ли не 20, да, я к ним не могу привыкнуть. Я всегда ищу обувь такую вот классическую, старую, вот всегда. Осенняя обувь у меня только вот с такими вот, ни в коем случае не эти, хотя эти модные считаются. Ну, здесь сейчас лет сезон, как раз осень, или вот эти
есть. У нас как-то был период, что вообще невозможно было найти вот с нормальным носком, только были все вот эти острые. Я вообще тогда страдал просто пару лет, потом появились. Так что люди здесь на любой вкус, вы видите, потом обувь. Вот вариант, о, красивые. Удобные, мягкие. Удобные, красивые очень, да. Цена таких? 220 лир. 220 лир. Да. Черные, коричневые. Всегда свет много есть. Вот табан да каймаз, не диолар она. Yani şeyde kaymaz. Не скользит. Подошва не скользит. Классно. Şunlar çok popüler bak mesela. Beijing'in bu ve bu. Эти, эти очень модно сейчас. Комфорт. Да, классненькие, удобные, красивые. Это вот мы видим турецкий бренд, да, вот это вот да, фирма, вот эта Escarita. Escarita, популярная фирма, Istanbul Fabric. Класс. Юрт душина чок сатуем, сразу фирма. За границу много раз отправляют туда Escarita. Турецкая обувь по всему миру, наверное, есть, да, да, думаю. Escarita, она такая. Мысли, что сандалет тоже шок кюзер. Тоже самая фирма Escarita. Ну, хорошая, вот, кстати, могу сказать. Мне эта фирма сразу вот прям зашла, как говорят. Красивая вся обувь, да. Стильная, красивая, в моем вкусе такое все. Вот люди, кто любит такое вот. Эта фирма, кто обувает, не хотят ее снимать. Класс вообще. Очень модно выглядит, очень стильно и очень удобно все, да. Это все, это фирма. Цены вы сразу вот заходите, видите на коробочках цены. То есть больше вам никто не скажет. Чуть-чуть разница. 279. Если платить будете в долларах, то по выгодному курсу вам все посчитают. За это не переживайте даже. Вот эти черные, коричневые. О, тоже красивые такие, да. Видел на рейне. Вот эти новые привезли цвет. Вот. Какой у людей стандартный? Я смотрел сейчас 42-43. Самый стандартный, самый ходовой размер так и есть, да? 42-43. А женский? Самый ходовой? Или там сложно сказать? Сложно. Сейчас новая генерация, размер чуть-чуть большой. А у вас вот как вот понятие, есть размер на размер? Или да, есть фирмы, которые размер на размер. Вот, например, Escarita, они работают размер в размер. Ага, то есть, а так, в принципе, у всех по-разному, у да? У всех своя фишка, да, есть, да? Работают размер на размер. И еще Napa работает размер на размер. То есть, получается, что есть, которые фирмы делают размер на размер, а есть, что нет. Какие легенькие тоже. А турки покупают на зиму теплую обувь? Или для них вот это, вот, скажем, будет вполне нормально, да, на зиму? То есть теплее она не нужна просто здесь, да? Весна, осень, кожаные кроссовки. Красивые. Очень удобные они. Какая цена? 279 лир, цвет другой, белый, черный, вот эти, коричневые, натуральные кожаные, вот, 4 цвета есть. Красиво смотрится, да, классно. Зайдем, да, комплект кожаный полностью. Ага. То есть может быть такое, что кожа только сверху, внутри не кожа, да? То есть и цена, то есть чем больше кожи, да, если везде кожа, то это лучше считается, и цена выше такие, да? Понял. И расскажите еще про ортопедическую обувь. Пользуется спросом, да? В основном мужская или женская? Какая больше? Все, мужская. Что есть вот ортопедическая? Вот такие вот тапочки есть, как сандалики, видите? Они можно взять вот тапочки. То есть это удобные будут для проблем на любой ноге, да, допустим? И вот видите, ортопедика вот она. Ага, вот это вот, да? Ортопедика. Понял. Какая цена у них? 139 лир. 139 лир. 45, 46, 47 размер побольше. Да, эти, сразу видно, да, большие, да. Ой, легенький тоже, легкий, большой размер, а легкий, да, классный такой. Вот еще ортопедика. Классно. Это 46-й, да? Да, да.
Хорошая, да, удобно. А как вот если мочить воду, как он реагирует на воду? Или лучше не мочить все-таки вот такие вот? Herhangi bir problem olmaz. Yani çok suya kullanmadığı zaman. Ничего страшного, если немножко намокнут, но не постоянно. Что-то. Главное не сушить их, не ставить под батарею, не этот просто, да, в нормальных условиях сушить. Макасом вариант другой. Тоже хороший, красивый такой. Черный сивар, и не более базовый. Другой бакчук, вот черный. Самый модель, конечно, весь черный есть. Да, тут действительно глаза разбегаются. Вот, очень популярная мод на сандали. Коричневые, черные есть, как да шорт, как платье, эльпси демсин, панталон, не дю, руки штаны, джинсы, удобно. А как вот у покупателей в основном происходит? Бывает такое, что человек увидел, и все, и он сразу его хватает, и он его... бывает. Да, бывает сейчас такое, что не знает, допустим, нужна одна пара обуви, и человек выбирает несколько, а потом из них уже, да, начинает? Из пятерых. А, выходит из пяти, пять покупает. Ну, тут действительно сложно, да, тут сразу, тем более ассортименты и весна, и лето, как бы, и все подобрать можно, поэтому можете приезжать и с собой в Россию, в Украину увозить потом полный комплект обуви на всю семью и на все сезоны. А в следующем году приедете опять и обновите. Хотя, я думаю, они носиться будут явно не год, а несколько лет как минимум. Все, друзья, вот такой вот, надеюсь, интересный обзорчик у нас сегодня получился. Спасибо большое, Алибаба. И я думаю, еще обязательно увидимся. Конечно, и потом еще будет, ну, еще и летом мы увидимся, и потом будет еще осенний ассортимент, больше обуви на зиму будет. Кто что-то увидел, вот на видео можете приходить прямо с видео, нажимать стоп-кадр, показывать эту обувь, модельку, которая вам понравилась, вам ее найдут. Скажите обязательно, что от меня, и получите еще маленькую скидочку, маленький бонус. Все, спасибо большое, удачи. Спасибо. Пока всем.